В областном центре состоялась пресс-конференция, на которой выступил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области Нуржан Жумадилов. Руководитель ведомства рассказал о планах дорожно-ремонтных работ региона. В 2023 году в регионе планируется реализация 92 проектов, из которых в текущем году запланировано завершение 85 проектов по ремонту 384 километров дорог. Объем финансирования дорожно-ремонтных работ на дорогах областного и районного значения и улицах населенных пунктов составляет более 25 миллиардов тенге. Планируется направить более 5 миллиардов тенге на строительство и реконструкцию мостов, в том числе на продолжение строительства моста через Бухтарминское водохранилище. Из республиканского бюджета выделено 5 миллиардов тенге. Подана бюджетная заявка на выделение дополнительных средств из республиканского бюджета. Также запланирован ремонт дорог областного и республиканского значения протяженностью 263 километра. На эти цели выделено выше 14 миллиардов тенге. Завершится реконструкция автомобильной дороги от улицы Жибек-Жолы в направлении автомобильной дороги Усть-Каменогорск-Алматы протяженностью 5,3 километра. Основные дорожно-ремонтные работы будут выполняться по направлениям Усть-Каменогорск-Тарган-Самарская, Курчун-Калжир в направлении Сибинских озер, подъезд к поселку Новая Бухтарма, подъезд к селу Ахжар, Зайсан-Шелекте, Ахжар-Шелекте, а также другие подъездные дороги к крупным населенным пунктам. Всего на содержание дорог областного и районного значения предусмотрено 4 миллиарда тенге. Будет выполнен ямочный ремонт, который завершится до 10 июня текущего года. Будет произведена профилировка гравийных дорог, ремонт и устройство ограждений безопасности, работы по укреплению обочин и нанесение дорожной разметки. Выполнение указанных работ направлено на обеспечение безопасности дорожного движения. В целом, по итогам выполнения запланированных мероприятий, показатель доли автомобильных дорог, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, должен достигнуть 92%. Лейла Слямбекова, Алтай Ахпарат.